Всем привет, ребят! Ну что, сегодня на русском сервере дофига разных акций, дофига плюх, и я решил забежать на сардельку и испытать удачу, может что-то нам повезет словить сегодня. Плюс хочу посмотреть, через сколько я все-таки плюс-минус смогу собрать героя, поэтому делайте чаек, ну я имею в виду Мишаню. Через сколько мы сможем его забрать. И сейчас позабираем кучу халявных плюх на этом аккаунте на русском сервере. Это наш бездонатный аккаунт. Я сюда не закидываю. Вот такой обычный ак. Мы заходим, трешуем на нем. Гильдия Заряд, русский андроид сервер. Кто играет на андроиде, вступайте. Будем воевать. Битва гильдии, все дела. Завтра атака фортов. Так, у нас тут даже тихое укрытие на смене. В общем, поехали. Изначально позабираем сейчас плюхи за титул. Что там нам накидали? Нифига себе. Невыполненный. Пожалуйста. Размечтался уже. Недостаточно места на складе. В общем, все как обычно, ребят. Жизнь болью без доната. Так, в этом качал. Я уже даже не помню. Атланта мы тоже, кстати, прокачали. Атланту у нас топчик. Май гад. Да ну нафиг. Есть куда слить. Я так посливаю их. Потому что нам надо дофига места. И ничего с этим не поделаешь. Ой, видите? О, правда, короче. Сейчас будет веселуха. Такс. Поехали забирать плюхи. Подгоны это IGG. Так, карточка. Может, какого-то недостающего. Еще одна карта. Эмблема. Карта. Нифига себе, IGG. Что там накурились? Столько плюх. Недостаточно места на складе. Да, ё-моё. Просто капец какой-то творится. А типа подаем некоторые книги. Ну, все равно на запашке. Смотрите, вообще огонь. Так, мы там Букича. Кстати. У нас Букич и Вольт есть. Халявные. Чаем Букича. 8-й левел. Я уже за него и забыл. Хорошо, что вспомнил. Такс, карта богатства откроем, парящий остров. Поехали обратно в титулы. 120 рановато, а вот это заберем. 54, посмотрите, сколько халяв. Опять не хватает места, да блин, что за фигня? Сколько плюх реально халявных. Вот это реально... огромнейший плюс от обновы, то что на халяву можно за титулы опять получить дофига плюх. Все, здесь мы забрали с вами все. Карта богатства. Поехали по акциям, пробежимся. Охотник за богатством, понятно, счастливое число. Настолка. В прошлый раз я отсюда вытащил, она реально на русском сервере очень редко, я отсюда вытащил Вольт. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Так, опять эмблема. Ну, тоже, в принципе, неплохо, я считаю. Довольно-таки хорошо. А магическое, интересно, купон слою. Сейчас проверим удачу свою.
Она идет 3 дня. Не получили кристалл сокола. А, вот так вот. Вот так вот, ребятушки, идем еще парящий. Жахнем сумочка и побежим, пооткрываем плюхи, которые у нас есть. Блин, карт дали нормально, смотрите. Прайм эмблема 6. Бум. Бог войны. Ну, такое себе. Ну, прощаться не буду. Каменка. Все равно это все халява, ребят. Это все халява. Водушка, отлично. Охренеть. Просто офигеть, ребят. Вот это да. Так, можно... Не, скины мы не будем пока, наверное, трогать. Они нам сейчас засрут весь... Так, ну такое недомогание. Поэтому такое себе. Давайте пооткрываем героев. Так, призрачный. Варлок. Сейчас я гляну, или есть они у меня. Ну, они вроде есть. Варлок точно есть. И призрачный. Рыцарь тьмы, я их вечно путаю, блин. А, так, окей, поехали дальше. Вторая карта, две штуки. Кого бы отсюда я хотел? Ронька у нас есть, Фрэнк. Поражай. Да, в принципе, у нас все герои на этом аккаунте топовые есть. Так, вот он, призрачный. И бум, Ронин. Призрачный и Ронин. Ну... Эти герои у меня тоже есть, призрачный есть, и Ронька где-то у нас, я не помню, внизу, по-моему, тоже есть. Так что тут и Фрея есть, и Анубис есть. Здесь аккаунт реально хорош. Так, открываем. Чик, Бигфутик, и Бигфутик у нас есть. В общем, у нас все эти герои есть, но, опять же, это повторки, то есть для эволюции мне намного меньше будет надо всего. Так, тут у нас девятка, девятка. Можно пока оставить, не качать. Шестерка. Вот здесь мы сделаем с вами девяточку. Еще одну. Здесь сделаю девятку. Пусть два раза ресница. Это лучше. Так, Рино. Ни хрена себе, сколько у меня тут ресурсов. Блин, я завтыкал за этого. За Бугича опять. Блин, там в конце висит. Он у нас тоже нормально прокачанный. Мы его немножко апнем. Видите, 2000 книг у меня здесь есть. Мапать. Нам надо единственное, что это попрокачивать ману и золото. Это самое проблемное, наверное. И просветы надо постепенно качать. Так, суки, с этим мы разобрались. Теперь поехали на самое интересное. Посмотреть все-таки, через сколько я смогу собрать... Нифига себе, сколько здесь у меня всего сразу же выкинуло. Охренеть. Этого героя. Шляпа пилигрима. Индейка благодарения. А, так, что у меня делается по подземкам? 24 подземки. Кошмарку шестую. С 10 мы так и не зафармили. Кстати, мы на ней остановились. Тут без разницы, какие пропускать. Будем пятую пропускать. Так, смотрим. Сейчас посмотрим, сколько у нас всего получится за 24 пропуска. Понятно, все, идем, значит, на обычные. Быстрее будет. Оно, по сути, что на первых, что на тех дает плюс-минус одинаково. Поэтому можно хоть первое пропускать. Это вот 24, и мы зафармили 5 шляп. И 5 куриц. Маловато. 24, 5 и 5. Итого получается... Блин, индейки реально хреново падают. Если 2 раза в день. Один день у нас будет всего лишь 20 штук. Но это так мало упало. То есть где-то в среднем за 2 дня, 2-3 дня собирается один.
Ну, плюс есть еще у нас волны. На волнах кто поболее будет падать на пришествиях. Ну, берем в среднем вот так. Получается, что у нас волны, ну, в сутки 3 часа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Но берем так, что сутки в среднем восстанавливаются. То есть мы их зафармили. Но есть еще куча других локаций на арене. Давайте уже сейчас все по максимуму. Фармим с вами. Чтобы попробовать, тоже в итоге получится. Сколько, через сколько дней мы получим этого бир на моем аккаунте? Экспедиция, я не помню, по-моему, дают, не дают. Но восьмая водушка, это меня радует. Это очень хорошо. Ну вот видите, здесь тоже получаем. Постараюсь по максимуму зафармить, посмотреть. Причем здесь стабильно дают. Плюс можно использовать потом карты, у кого есть, но я возьму в среднем без карт. Так, у нас есть еще 180 карт здесь. Ну, интересно. За проигрыш. Дадут ли нам что-то или... Только за победу будут давать. Так вот, мои красавчики разобрали. Ничего вроде не дали. В общем, надо победы, я не знаю. Ну, пишите в комментах, кто здесь бегает. Я не буду долго бегать, это очень длительный процесс. Так, где там у нас еще дают? Давайте еще экспедиции вроде, если я не ошибаюсь, попробуем. Кстати, экспедиции тоже надо фармить, здесь охрененные плюхи дают. Ну, если у вас противники нормальные попадутся еще. Сейчас проверим. Противники, конечно, у меня веселые. Один лучше второго. В принципе, надо... Ай-яй-яй, тыковку.
Слюни. Фрея, Фрея. Уже так давно фармил этот шар, блин. Даже не знаю, сколько времени уйдет на это. Нет, здесь вроде нету. Или есть. Я помню, что еще есть. Напишите в комментах, ребят, кто где получает. Чтобы и мне было интересно потом пофармить и другим. С каких локаций? Я помню, еще, по-моему, в этих дают. В подземках каких-то. Не в подземках, а в командах. А это не точно. Давно-давно я уже этой хренью не занимался. Так, ладно, сейчас сольемся. Отлично. Такс. С этим разобрались. Ну, в принципе, плюс-минус. Давайте так. Смотрим. 8 и 11. Берем где-то 3-4 дня. То есть, реально, ну, 4 берем потолок. Я не говорю там за пропуска и за прочее. 4 дня. То есть, 20 дней вам вполне хватит. По крайней мере, мне здесь хватит, чтобы собрать этого героя. Посмотрим, в общем, сколько в реальности уйдет на это время. Я постараюсь, напишите в комментах, где можно еще его собирать. Потому что, как видите, я еще нубас на бездонате. Будем фармить по чуть-чуть, постепенно. Какие-то локации интересные. Вон мы здесь проверим с вами. Да, все зарешаем. Я уже даже не помню. И что? Сколько я фармил лет назад? Эти локации, насколько они стали бесполезны. Ну, по крайней мере, для донатов. Так, ну, здесь будем тащить. Радует то, что без доната имеют возможность бегать вот так вот уже на локации. Без проблем, в рандоме. Да, вот дали шляпу, здесь есть. Ну, давайте еще пофармим здесь. Ну, в реальности, получается, шляпы мы соберем. Можно собрать, по сути, за день. А вот с индейками более все печально. То есть, в среднем 3 дня. Я думаю, 3-4 дня. Это, опять же, зависит от того, сколько фармить. Некоторые локации можно будет в течение дня фармить 2 раза. Те же самые подземки. У некоторых больше там подземок, то есть это все относительно, но в среднем, думаю, дней 10-15, это минимум у нас уйдет. В общем, пишите в комментах, делайте ставки, за сколько дней я соберу на бездонате этого героя. Мне самому интересно уже, потому что герой у нас на халяву, его надо по-любому забирать. И ждите уже обзорчика на максималке. Вот такие вот дела. Ладненько, буду я дофармливать. Всем удачной сборки. Всем пока.